друзья, сейчас появится таблица. Таблица с количеством голосов, с количеством звонков и смс-сообщений, отданных за каждого исполнителя. Итак, и мы преобразуем все это количество звонков и смс-сообщений по евровизионному принципу в баллы. Исполнитель, который получил больше всего смс-сообщений и звонков, соответственно, получает 12 баллов. Следующие 10, ну и затем 8, и так далее по убывающей. И мы видим, что 12 баллов по версии зрителей получает Алексей! Алексей, пожалуйста, под аплодисменты всех присутствующих в этой студии. Наше поздравление в Евровизионе. И по традиции, мы вручаем Евровизионное сердце. Вернее, не мы, а участники группы Navid Band. Друзья, аплодисменты! Мы говорим всем спасибо, всем участникам, кто старался, кто вкладывал много сил в этот конкурс. Ну, а теперь, по традиции, песня «Победитель». Rolling down the side.